Сегодня свой 65-й юбилей отмечает известный актер, заслуженный артист России Руслан Тимрезов. Его по праву можно назвать одним из ярчайших деятелей театрального искусства Карачаево-Черкесии. Более 120 созданных Русланом Тимрезовым образов запомнились театральному зрителю неповторимой игрой этого одаренного артиста. О творческом пути актера Карачаевского драматического театра в материале Беллы Джазаевой. Артистом Руслан Тимрезов стал как-то не вдруг, а вполне осознанно. Интерес к искусству проявился в нем рано, но этот интерес привел Руслана вначале к хореографическому жанру. Он учился и танцевать, и петь. Но однажды, попав на театральное отделение, он понял – вот оно его. Его друзьям ничего не стоило переманить его в театральный. И вся его служба в вооруженных силах, которая проходила в Германии, тоже прошла под эгидой творчества. Он играл в драматическом кружке, занимался вокалом и танцевал. После возвращения из армии он со своими товарищами поступает в ГИТИС. И это при конкурсе 120 человек на место. Учеба давалась легко, потому как актерство отныне занимало все его мысли. Сегодня, спустя 40 лет, он говорит, что ни на минуту не пожалел о выбранной профессии. Нет, никогда не жалел. Даже были случаи, когда в Москве учились, там мне предлагали, который нас этот главным этим был в курсе. Слушай, убери акцент, мы тебя оставим здесь это. А я тогда-то, мы же думали за свой народ, за свою культуру. Нет, говорю, я должен свою культуру поднимать. Театр – это удивительный мир. Человек забывает здесь обо всем. Он любит и страдает, плачет и смеется вместе с актером, воплощающим этот мир на сцене. Артист Руслан Тимрезов, сполна одаренный большими художественными способностями, день за днем, год за годом, дарит своему зрителю всю палитру человеческих чувств. Его герои – это и классические образы, и наши современники – сказочные и комедийные персонажи. Наиболее ярко его талант проявился в таких ролях, как Мирон Липатыч в «Невольницах» Островского, Эфенди в «Ходжа» и Азраиля Шахарбиалиева, капитана в «Хитроумной влюбленной» Лопе де Вега, Булата в «Закате Алании» Дины Мамчуевой, Кортика в «Морданбалова» Альберта Узденова и многих-многих других. И именно за эту роль Руслан стал лучшим актером второго плана в 2000 году на фестивале театра Северного Кавказа во Владикавказе. Фактически актера актером делает режиссер. Конечно, сам актер тоже должен думать, а что он хочет, что за роль, образ. Это много зависит тоже самого актера. Но к чему это, как ты должен делать? К чему, почему это отставится, это всегда режиссер. На традиционный вопрос о роли, которую хотелось бы сыграть, Руслан ответил тоже традиционно. Конечно, Отелло. Не приходится сомневаться в том, что этот талантливый и очень скромный человек продемонстрирует нам еще не один образ, ведь возможности этого многопланового артиста велики. Белла Джазаева, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.